Ёпарасоте, вот это жесть! Нормально, друг, все, сюда. Не-не-не-не-не-не. Drop in. Я так очковал там идти. О! Просто под Вероникой первым следом. Этот день был очень насыщенный, потому что я первый раз в жизни запустил подушку в лавине. Мы раскатываем секретные поля Альпики, а также покажу сход лавины именно по тому месту, где мы постоянно катаемся. Ну и, конечно же, райское наслаждение по югам. Если вас тут не было ни разу, вы обязаны просто на это взглянуть. Смотрите, если вы делаете первый спуск по Розе, сразу же подъезжаете на южный склон, тут вообще никого нет. Так, ну что, мы с Роберто решили сделать ход конем, немножечко дать себе райского наслаждения, потому что вот эти поля будут наши. Да? Let's go! Раскайфовались с Роберто и уехали в разные стороны. Были моментики. Подушечку лучше достать. Ну чего, ёпта! На самом деле место такое, что терны всякие раздавать, трешечки, блять, не знаю. Я вообще в кайфе. Ну давай, может, чуть правее ручья и вот так уйдем. Пошли, да. Ох уж эти бескрайние манящие поля, туда так и хочется запрыгнуть и спуститься вниз. Ребята, вас может ждать два варианта. Первый, вы попадете в ручьи, там бывает лед, и это не место для новичков, вы можете упасть легко в ручей, там обрывы, там скалы, это трэш. Второй вариант, если вы поехали после дамских туристов. Погнали в ручей, Родер! Это люди, которые потом пешком поднимаются наверх. Так вот, если вы попали на их следы, скорее всего придется вызывать спасателей или вы останетесь ночевать в этом лесу. Это уникальное событие, когда мы покатались на Розе, а Альпику еще не открыли. И мы приехали с Розы на Альпику и машем рукой вот этим ребятам, которые едут на подъемнике, потому что они стояли первыми в очереди. Но каким-то образом два парня раскатывают склоны Альпики прямо у них под носом. Вот такой уникальный день, уникальное событие, поэтому мы так и радуемся и орем. Это просто мощно! Ну что, мы находимся на Альпике сейчас. Железные отбойнички. Шмальнем по ним первым следом. Ай! Почему здесь нет следов? Потому что только неадекватные сноубордисты здесь катаются. Я уже закосячил свою доску на этих железных отбойниках, но, слава богу, ее отремонтировали. Главное, башкой не врезаться в эту канитель, поэтому не повторяйте этого.
вот на этом моменте я ощутил, что скользяк у этой доски сделан из какого-то неизвестного материала. Она ускоряется просто как истребитель. Это доска, если что, Training Finder Plus из какого-то карбона. Она еще супер легкая, кстати. Жесткий траверс. Шумихи. До шумихи. Давай, давай, давай. Поехали. Ну чё, я думал вот сюда? Вот сюда и вот так налево уйти. То есть по хребту и налево и выйдем к. Я понял. Что там нашел? Решил глянуть. Двинем сейчас по хребту вон в ту сторону и поднимемся на самый верх. Судя по следам, народу катнуло нормально сегодня тут. Обычно здесь лучше, но вот так. Вон оттуда еще идти. У меня хороший результат, смотрите, куда я доехал. Роберто, вообще! Кто не парафинит доску, тот и ходит дольше. Смотрите, кстати, закрылочки открыл специально. Когда пешочком ходите, обязательно открывайте вентиляху, чтобы не мокнуть. Снег уже слежался относительно. Доска просто шпарит неистово. Вот это фотозона. Ну что, вот наше место старта. Карнизик, Роберто, отсюда пульнул. Я, может быть, чуть-чуть подгружу это местечко. О, ничего себе, как слежался снег. Я думал, тут прям... Просто гляньте на эти чудесные виды. Они такие же чудесные, как и скидка в магазин Кант по моему промокоду, который можно найти в описании к этому видео. Друзья, запомните это место, так как именно в этом месте, где мы постоянно проезжаем, через пару дней весь снег, который здесь лежит, он исчезнет. В этом видео чуть позже покажу, что здесь произошло, ну а пока продолжим этот шикарный спуск. Оп-оп-оп. Кайф! Ха-ха! Уу! Ёпарасоте! Вот это жесть! Уу! Просто жуть! Погнали дальше! Погнали!
надо уходить в бок, иначе сваримся в ржаной ручей. То есть это надо понимать. И, ну, чуть-чуть в траверсе, по диагонали, будем спускаться. Вот выехали из Шумихинского леса, и вот здесь, видите, у нас выкат уже накатали. Чуть-чуть пусть. У меня доска новая, запасенная. Поэтому я точно улечу. А я встаю вот это. Сейчас он. И мы на подъемнике. Опа. Короче, ситуация. Я, когда оказался наверху, начал бежать, я вижу просто пустые склоны. Я такой просто, мне голову свернуло напрочь. Я побежал завязывать ботинки, настолько сильно дернул, что оторвал один ремешок. И получается у меня вот здесь вообще просто... Ну все. У меня... Ай-яй-яй! Вот он ремешочек. Все. Больше у меня, видите, здесь... Нету нынче сцепления. Ботинка порвала ремешок. У Бёртонов такое бывает. Ничего, сегодня заеду, заменю. Вот, ну такое случается. Я просто безумец, бошку вообще отвинтила. Но, ребят, самое главное, если вы катаетесь в маске, и вам, ну там, в линзу попал снег, что-нибудь запотела маска, что-то еще там, вы перекувыркнулись, там, надели на шапку, она запотела и так далее. Вот эти масочки, берем линзу сменную на магнитах, хоп, прилепили новую и поперли. У меня еще в рюкзачке три линзы, ну, чтобы вообще просто при любой погоде, сейчас туман сюда придет, я прозрачную надел и уже в кайфую, в тумане вижу рельеф. Покупайте мои маски по ссылочке в описании, просто кайфуйте. Я вот отсюда вот так и сюда нажму. Нормально, Андрюх, все, сюда. Не-не-не-не-не-не, все, намерзло. Давай. Намерзает. Да, ребят, представьте, если вы чуть-чуть дальше бы ушли, посмотрите, вот здесь сбросы какие. И вон туда вообще, тут лавина, если сойдет, ну, узкое горлышко, там пи***ц вообще. Там сыпанет вообще, будь здоров. Вот мы выезжаем так, в траверсе вбок. И вот мы, как горные козлы, просто красавцы, топали. Ну что, приключения не закончились. Роберто, drop in! Хорош, мужчина! Все коленочками обработал. Ништяк. Также мы решили прокатиться по соревновательному склону. Здесь проходят две звезды соревнования Freeride World Qualifier. Вот этот мой любимый дропчик, когда здесь нет следов, чуть-чуть меня подбило, но я выехал. Просто сказка. Опять прыгаю через отбойники. Леша, ну сколько можно подвергать себя опасности? А здесь они еще с пампуриками, да? Оп, я оттормаживаю, снег поднимается и не видно, куда нафиг ехать. Серьезно. Это добавляет еще большего адреналина, но я как бы... Вот, ну, не сидится мне на жопе ровно. Поднимаемся опять на Альпике. К нам присоединился Лев, а.к.а. Snow Dealer. Погодка ухудшилась сейчас. Может быть, солнышко дойдет и до нас.
Там, ребята, если вы вот так случайно по кулуару вон туда улетите, там обрыв. И вот здесь обрывы. Оп-оп-оп. Еп! Вот это линия отрыва. Итак, ребят, я просил вас запомнить это место, где мы были несколько дней назад. Мы здесь постоянно проезжаем. Мы видим отрыв лавины. Линия отрыва примерно 1,5-2 метра. Вот это мясо! Да, рулю! Это первая подложка, все о себе дает знать. Это ой, это прям очень опасно. Особенно, видите, вот сюда все уходит, туда замесило, если у вас, то это жесть. Вот здесь можно видеть масштаб этой лавины. Она абсолютно все с собой забрала, даже оголился склон слева. И именно здесь мы проезжали 2 дня назад. Это произошло из-за перепада температур. Сначала были минуса, потом плюсовая погода, потом минуса, потом опять резкие плюса. И весь склон сошел. Слава богу, нас здесь не было во время этой всей ситуации, потому что, ну, последствия могли бы быть печальные. Нам повезло, что она все оторвалась. Сейчас пролезть надо туда. Что-то прям... Что-то прям не очень хочется падать туда. Нам просто выехать за хребточек. Хотя... Блин. Опасный участок, посмотрите, какая лавина сошла. Друзья, если вы хотите видеть все эти проезды, лавины первыми, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там самую актуальную информацию, эксклюзивную, я пощу, поэтому там будет точно вам интересно. Не забывайте про мой Нельзяграм, там много проездов, там много рилзов, обучающих и не только. Все ссылочки в описании оставлю. Пылишь, пи***ц, конечно, за тобой. Мы, как обычно, уже куда-то идем. Лёва, Роберто. Сейчас будем делать интересный, тропить, я бы даже так сказал. Интересный маршрутик. Там кулары. Ну. Я так очковал там идти. Да? Там идти было очково. Да ну и чё, ну. А, ну. Он вот так усенький. А, то есть, если ты направо, короче, свалишься, то будет... Полетишь по камням вон по тем. Пара-парам-пам. Пиу, ну чё, поехали. О, хороший кулуар. И нам нужно вот сюда, походу. Роберто там обнимается. С ветками, ой, с березой русской, а? Ёпарасы-то. Ого! Ребята, ну вон туда точно нельзя. Ну что там? Ну что там, Роб? Блять, а как нам-то съехать, пацаны? Ого!
Кайф. Роза Альпик. Приходит туман. Поехали, поехали отсюда. Не-не, нормально. Итак, Роберто проехал первым, прогрузил склон. Мы видим, все вроде бы окей, я даже еду рядом с его следом. И что происходит здесь? Я делаю поворот, ухожу в заднюю ножку, и уже у нас видна линия отрыва. То есть у нас отрывается часть склона и начинает ехать на меня. Я это понял, потому как мою доску начало подбивать. Если меня бы подбило окончательно, то меня бы утащило совершенно в другой кулуар. Хорошо, что у меня доска была направлена на хребет, который мы видим спереди. И у меня хватило скорости выехать из этой лавины, потому что дальше она только начала набирать обороты. Я сразу же дернул подушку, меня не утащило, подушка надулась уже после того, как я перепрыгнул через этот хребет. Посмотрите, то есть здесь... Вот здесь под подушкой видно, что там уже начинается лавина, то есть какая-то пыль образовывается. Когда я здесь еду, мы можем видеть, как лавина идет вниз. Посмотрите, с какой скоростью. Посмотрите, какой ее объем. На самом деле нельзя недооценивать лавины, потому что и в такой лавине могло бы замесить. Именно поэтому я кричал Роберто, чтобы он... уходил, потому что сверху еще одна доска тоже откололась и пошла на нас. Но в целом все обошлось, и мы, соответственно, выехали. Первый раз дернул. А ты дернул? Ну я понял, что меня это понесло. Дальше? Меня потащило. Ты... Хорошо, ушел. Короче, ребятушки, первый раз все-таки использовал airbag. Ну что, мы туда попадем, Роберт? Я называю это так, друзья. Это вкусный десерт в конце катания. Спуск на южные склоны Розы через Альпику. Это был шикарный день, просто столько приключений за один раз. Надеюсь, вам всем понравилось. Шлепаем колокольчики, нажимаем подписочку, чтобы посмотреть еще крутого контентика, а его еще будет много. Пью.